Как сейчас помню, впервые я услышал себя по радио вечером в субботу. Именно так. Когда я попал на одну вечеринку и увидел хип-хоп, увидел, как они выхватывают друг у друга микрофон и танцуют, я всем рискнул. Мы были лучшими друзьями, понимаете? Это продолжалось, понемногу опьяняло. Мы команда. Так все завязалось. Мы были долбанными чокнутыми чуваками, понимаете меня?